хочу вам рассказать о судьбе этого метода. Вот диалектический метод открыл Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Открыл не в смысле того, что он вообще, так сказать, саму диалектику открыл. Диалектика как таковая, как учение о противоположностях, восходит еще к Гераклиту. Но вот систему, научную систему, в которой было вот это самодвижение категорий, и которая бы давала важнейшие категории, которые применимы ко всему, сделал только Гегель. И после Гегеля встал вопрос, а как это применять к другим наукам? Но вот к другим наукам надо применять вот эту самую науку логики в соответствии с вот определением и пониманием метода. Раз метод связан с осознанием формы внутреннего самодвижения содержания, то вот, скажем, школярски применять так, что вот, скажем, есть система категорий науки логики, и мы берем, скажем, политэкономию и будем, значит, бытие – это товар, наличное бытие – это капитал и так далее. Будем, да, хотя мы таких книг имели очень много, надо сказать. И это примитивное, так сказать, навешивание ярлычков на тот предмет, в котором самодвижение категории другое. И поэтому можно сказать, что вот то, что сделал Гегель, оно послужило методом самому Гегелю для исследования таких явлений, как явления природы. Но кроме того, что он изучил логику как таковую диалектическую и изложил, он разработал соответствующую философию природы. И в философии природы применил то, что можно применить на том уровне знаний, которые были к тому времени в природе, в природоведении. А как вы понимаете, конечно, физика с того времени и химия с того времени очень сильно развилась. Энгельс пытался в диалектике природы найти примеры, многочисленные примеры, подтверждающие вот эти истины, который является всеобщим, но найти их уже конкретно в явлениях природы и в тех работах естествоиспытателей, которые были к тому времени опубликованы. Вот если читать диалектику природы Энгельса, так сказать, независимо от науки логики, она представляет собой какую-то такую связку разных высказываний, раздерганную такую связку, потому что нет этого объединяющего. А на самом деле объединяющим является наука логики Гегеля. Вот если люди прочитали науку логики Гегеля, им хочется понять, а как это применять можно к действительности, как это можно применить к исследованию природы и общества. Сам Гегель сделал пару попыток применить это все к познанию общества. Одна попытка – это его философия истории, но поскольку он был философом-идеалистом абсолютным, и у него была точка зрения такая, что вот есть абсолютная идея, которая разворачивается, вот в его системе категории она нашла себя. И дальше, так сказать, если взять человеческую историю, оно есть некая иллюстрация движения этой идеи. И вот то, что мы наблюдаем в истории, это войны, образование государств, смена эпох и так далее, это все движение абсолютной идеи. Поэтому можно сказать, что вот эта книга по лекции по философии истории, которая есть у Гегеля, она, с одной стороны, очень интересна, потому что он был умом энциклопедическим и блестяще знал историю и очень многие вещи изложил, которые происходили в истории. Но у него действительного изображения хода истории не получилось, потому что история просто у него как бы подстраивалась под эту концепцию, что вот есть некая абсолютная идея, которая сама разворачивается, и то, что мы видим в истории, это просто проявление движения этой абсолютной идеи. Но особенно резкое противопоставление его вот самой философской концепции и того метода, который он разработал, получилось при написании философии права. Философии права. Философия права – это попытка применить к вопросу о государстве, к общественному развитию, вот напрямую эту самую диалектику. Но, как сказать, попытка вот это сделать, она показывает, если вот вы почитаете философию права Гегеля, вы увидите, что
Вот такая стройность, такая логическая стройность и строгость, и последовательность, которая имеется в науке логики Гегеля, философии права просто отсутствует. Он, так сказать, как человек, который много, как говорится, знает и, так сказать, уверен, так сказать, в том, что он, так сказать, правильно познает, он высказывает разные положения, которые никак не выводятся. И в итоге у него получается философия права оправданием прусской системы государственности. И это как-то выглядит очень жалко после вот такого великого достижения, которое он сделал. Поэтому можно сказать про Гегеля, что он систему диалектической логики разработал, она имеет вечную ценность как система диалектической логики, а вопрос о ее применении повис. Значит, что касается идеалистов, они вообще не только не занимались применением ее системы, но открещиваются от логики Гегеля и, можно сказать, идут вспять. То есть сейчас процветает, вот на сегодняшний день процветает философия, у нас в том числе в России, субъективный идеализм. И единственным, так сказать, носителем вот этих диалектических истин сначала оказался Маркс и его друг Энгельс, которые сначала занимались в кружке, можно сказать, по диалектике, то есть были младогегельянцами, и они тоже изначально считали, что вот идея сама так себя развивает. Потом, когда вышла книга Фейербаха «Сущность христианства», они в один момент превратились в материалистов. Но не бросили диалектику, не покинули, или, как Энгельс говорил, не стали его третировать как мертвую собаку, как некоторые делают, а попытались этот же самый метод понять материалистически. И как выяснилось, вот поначалу Маркс даже писал, что я бы, если бы когда-нибудь нашлось время для таких занятий, а он писал «Капитал», то я бы на двух-трех печатных листах изложил то рациональное, что сделал Гегель, и сам же мистифицировал. Ну вот так он сформулировал, но так и не изложил. А Энгельс никогда таких вещей не говорил. Энгельс говорил, что вот мы имеем в работах Гегеля бесчисленные сокровища, и он призывал изучать науку логики Гегеля, изучать ту диалектику, которую Гегель разработал, и говорил, что это вот единственный компендиум диалектики имеется именно в науке логики Гегеля. Ленин, который в 1914 году как бы осознал, что он читал много и Маркса, и Энгельса, осознал, что для Маркса и Энгельса это было важнейшим. Вся переписка Маркса и Энгельса, если взять, вот есть такая книга, конспект переписки Маркса и Энгельса, Ленина, вся посвящена тому, а что бы сказал старик Гегель по поводу вот этого явления, вот этого обстоятельства и так далее. Она вся вращалась вокруг. Но судьба вот этой книги, конспекта переписки Маркса и Энгельса, такова, она в полное собрание сочинений Ленина не входит. В полном соответствии с диалектикой. Если сказано, что сочинение полное, значит, оно не полное. А что является полным? Вообще ничто не является полным, потому что продолжают находить какие-то письма, записки и так далее. Но все, что находится, систематизируется и выходят отдельные тома, от архива, так сказать, ленинских работ. Поэтому рассматривать, скажем, полное собрание сочинений как полное вот не приходится уже, хотя бы потому, что вот такая работа большая отсутствует. Ленин изначально, вот в самом начале своего конспекта «Науки и логики» пишет, что начинается с бытия, звучит вполне материалистически. Действительно, если, скажем, начинается с бытия, ну, идеалисты могут считать, или там, скажем, представители религии, что начинается все, что бытие Бога, материалисты могут считать, что начинается с бытия материи. То есть вопрос не в том, что написано, а вопрос в том, как это трактовать. Можно трактовать материалистически, можно трактовать идеалистически.
Ленин прямо пишет, я стараюсь Гегеля читать материалистически. И, в общем, он сделал такой вывод, что вопрос не в том, чтобы выдумать какую-то другую диалектику, а вопрос в том, чтобы понимать материалистически ту диалектику, которую разработал Гегель. И Ленин подчеркивает, что Маркс применил эту диалектику в «Капитале». И когда он применил ее в «Капитале», то она из, так сказать, той диалектики, которая была диалектикой самой по себе, превратилась в метод, потому что метод «Капитала» – это диалектический метод. Но движение, конечно, категорий, движение вот это понятие не совсем не такое. Почему? Потому что само движение, о котором написано в определении метода у Гегеля, понятно, что экономическое самодвижение и самодвижение просто логическое в языке, они не совпадают. Все эти категории используются, но есть движение экономических категорий, и для того, чтобы его увидеть, надо взять экономическую систему в целом. И вот Маркс, который изначально писал диссертацию о сравнении философии Эпикура и Демокрита, и является доктором философских наук, но доктором в том понимании, в каком докторов понимает на Западе, кандидат. Он после книги Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» приступил к изучению политической экономии, переработал все крупнейшие источники политэкономические с помощью гегелевского метода. И как у Гегеля вы можете видеть триадичность. Вот есть три книги – «Учение о бытии», «Учение о сущности», «Учение о понятии». Первые две книги – это «Объективная логика», третья книга – «Субъективная логика». Бытие, категория бытия, развиваясь, приводит нас к снятию бытия, не конкретного бытия, а бытия вообще, и переходу к сущности, которая является отрицанием бытия. Вот люди, которые дошли до сущности, некоторые на этом остановились, потому что там все, что вы берете, любую категорию сферы сущности берете, она отрицательная. Поэтому то, что вы взяли, это бытие. А надо рассматривать его сущность. Значит, это не сущность. Поэтому все, что вы там берете, надо брать с отрицанием. Рефлексировано, через отрицание, через отражение. Поэтому книжечка эта, «Учение о сущности», вот такая тоненькая. Но если учение о бытии вот такое, учение о сущности тоненькое, а учение о понятии тоже опять толстенькая книжка. А учение о сущности является самым непонятным и самым непривычным даже для Ленина, который читает, конспектирует и пишет. У Гегеля написано, что если в сфере бытия, в наличном бытии, движение идет от бытия к бытию, а от одного бытия к другому бытию, то в сфере сущности от ничто к ничто. И вот Ленин пишет тут, ну, от ничто к бытию это понятно, но чтобы от ничто к ничто, пожалуй, этого не может быть. Но слово «пожалуй» оставил на всякий случай, потому что может быть, может не быть. На самом же деле, если вы попали в сферу отрицания бытия, сфера отрицания бытия – это сущность. То есть вот я на вас смотрю, меня не устраивает вот только то, что я вижу, как вы одеты, как вы смотрите, что у вас есть голова, руки, ноги. А душу-то я еще не познал. А чтобы душу познать, надо это все отвергнуть, отрицать, но не выбросить, правда? Отрицание диалектическое, не отбрасывание, не растаптывание. Но надо заглянуть глубже, а человек-то хороший. Короче говоря, вот это вот означает, что все категории сущности, они все отрицательные. А раз они отрицательные, они как бы неуловимы. Я беру их, и тут же ваша, так сказать, соседка скажет, что это бытие, значит, несущность. То есть вы как бы сущность познаете через несущность. И там появляются такие категории, как рефлексия, отражение. Что вот это бесконечное движение, любое бытие, любое понимание чего-то как бытие надо отрицать. И тогда у вас будет правильное понимание. Потом начинается вот среди... Но поскольку это отрицание,
есть, то оно все время выступает на поверхность, как выпирает снова бытие. И вот появляется некий аналог бытия в сфере сущности – это существование, как то, что имеется в своих условиях. Условия отрицает, оно свои условия отрицает. Вы же отрицаете свои условия. Вы и ваши условия, в которых вы живете, это разные же. Но без этих условий вы и жить-то не сможете. То есть без них вы не можете, но все равно вы не в условии. И вот то, что появляется через то, что есть благодаря своим условиям, называется существованием. Такая. А потом появляется категория явления. Есть явление, а есть закон, сущность. Сущность является. Но если она является, она, с одной стороны, уже не сущность. И вы только на явление смотрите. Вот бушует море. Море-то оно бушует, а внизу-то подводные течения в другую сторону, и вообще их они не бушуют. То есть надо смотреть вглубь, но нельзя и не видеть, как оно проявляется вовне. То есть совсем по-другому стоит. То есть наука требует проникновения вглубь, а не ползания по поверхности. Люди, которые ездят по миру или ходят, так сказать, туда или сюда, они никогда глубоко мир не познают, потому что они в этой стране были, в этой стране были. Они нигде вглубь, так сказать, истории страны или там культуры этой страны, природы этой страны не проникли, потому что они не прошли через эту поверхность, не отрицали ее, не забрались в самую глубину. И, наконец, вот он заявлением существования явления появляется категория действительности. Действительность. Вот есть, но действительно, вы знаете, что вот у вас билет проверят, у вас билет есть, есть, но он недействителен. Или знания у вас есть, есть, но они недействительны. Два. А знания у вас есть. То есть вопрос о том, что действительно, что недействительно, а действительно это означает, что это вот такое бытие, которое в явлении соответствует сущности, а не такое, которое в явлении противоположно этой сущности. Поэтому вот действительно, то, что действительно, то и разумно, говорит Гегель. А то, что разумно, то и действительно. И, наконец, сфера сущности. Сущность себя пройдя, тоже отрицает себя и приходит отрицание. Если сущность является отрицанием бытия, то отрицанием сущности является что? Бытие. И вот это второе бытие выступает уже как отрицание отрицания. То есть равенство с собой как отрицание своего отрицания. И есть первое равенство непосредственное с собой. Ну, вы равны самому себе, и все. На чем бы все время и настаивали. А вот я вас все время тянул к тому, чтобы вы это опосредствовали отрицанием, а теперь отрицаете свое отрицание, и вы снова равны с собой. Самому себе, как бесконечное отрицание. То есть вас пытаются растащить, увести, превратить в другого, позвать за собой, толкнуть, а вы удерживаете себя как в себе бытие, как равенство с собой. Вы и так и удерживали все время себя. Как я вас не побуждал, вы вот упорно на этом стояли, я это я и все. И вот это вот равенство с собой через отрицание своего отрицания означает, что и в глубину заглянули, и теперь там через душа-то она должна в глазах-то просвечивать. И вот теперь я смотрю на вас и вижу уже, что вы есть выражение своей души, а не просто вы как бревно. Видите разницу? То есть ничего плохого я не сделал. То есть я на вас теперь смотрю с учетом того, что вы человек, у которого есть какая-то глубина. А не то, что просто вот некой внешней картинкой является. Вот Маркс проделал это же самое для экономической системы капитализма. Он взял простейшую категорию – товар. Ну, я не знаю, вы можете сформулировать, что такое товар? Вообще вы изучали, наверное, или не изучали политэкономию? Как сейчас? Экономика была. Была экономика. А товар знаете, что такое? Товар – некая сущность. А? Некая сущность. Ну, как сущность? Как вот то, что вы взяли, это не сущность, а бытие. Вот вам спросите вот у соседей. Ну, что вы говорите? Сущность прямо. Сущность не дана непосредственно, дорогой товарищ. Не дана непосредственно. То, что дано непосредственно, не сущность. А товары прямо вот берите, идите покупайте. Что вы говорите-то? А вот что, в чем сущность товара, это надо у Маркса узнать.
Я спрашиваю, что такое товар, а бытие спрашиваю, а вы сразу сущность. Так нельзя. Поэтому сначала Маркс берет богатство капиталистическое как скопление товаров, как бытие. Выясняет, что такое товар по определению, а потом начинает в сущность этого товарного производства уходить, как производство товаров. И выясняется, что вот появляется тут такой товар, который называется товаром рабочей силы, который имеет потребительную стоимость, то есть полезность. И она заключается в том, чтобы производить стоимость. Причем производить больше стоимости, чем пошло стоимость на изготовление этого товара. А что значит стоимость товара рабочей силы? Это стоимость жизненных средств, которые необходимы для воспроизводства работника и членов его семьи. Это не соблюдается сейчас в России. Если вот наши товарищи считали, сколько необходимо, ну так примерно 164 тысячи получать на зарплату для нормального воспроизводства работника и членов его семьи. Имею в виду, что нормальная семья должна быть из 5 человек, не менее. То есть 2 взрослых – это 3 детей. Почему? Потому что для воспроизводства населения России нужно как минимум 2,4 ребенка. Но поскольку 0,4 не рождается, то, в общем-то, нормально можно считать и нужно считать семью, в которой 3 детей. И вот рабочая сила обладает свойством создать больше стоимости, чем пошло на ее воспроизводство. А вот та стоимость, которая сверх этого, это что? Как называется? Объясняли вам? Нет? Прибавочная стоимость. Вот это прибавочная стоимость. А прибавочный продукт был еще и до товарного хозяйства. Потому что если был первобытный коммунизм, то с одной стороны был коммунизм, в том смысле, что все общее. Коммунис означает общее, больше ничего. Само слово коммунис. Что это значит? Земля общая, средства производства общие, распределение общее, все общее. И труд общий. А вот когда выделились уже отдельные люди, а других стали использовать в качестве рабов, то это могло получиться только тогда, когда средства производства развились настолько, что один человек мог создать жизненные средства для двоих. Вот если мы с вами представители разных племен и ведем войну, и вы меня взяли, победили, что вы должны сделать со мной? Эксплуатировать. А? Эксплуатировать. Как вы меня будете эксплуатировать, если у вас средства производства позволяет кормить только одного человека? Если я буду работать и есть, то есть живой останусь, то вы умрете, если вы будете сидеть и ждать, что я вас накормлю. Поэтому никто в плен не брал. Не брали. Если вы меня победили, меня надо заколоть. И родители были такие очень тактичные, когда они уже переставали работать, то родители собирали, так сказать, вещички, уходили в горы, и там умирали, потому что выжить могут либо вот эти старики, либо молодые, которые рождают новых детей, новые поколения. И никакого тут выхода нет, пока средства производства не развились настолько, что один человек может уже содержать двоих. Вот если двоих, тогда какой резон вам меня убивать? Ну, во-первых, я могу лекции читать. А мне сказать, лекции не надо, вы мне давайте зерно добывайте, кормить будете меня. Хорошо, буду вас кормить. Мне, я понятно, что, скажем, сейчас можно сказать, что для меня свобода важнее всяких там вещей. Но если свобода важнее, закололи меня, и на этом все. То есть рабство появилось не тогда, когда кто-то хотел другого сделать рабом, а тогда, когда появились для этого экономические условия, развились производительные силы настолько, что появился прибавочный продукт. То вот этот прибавочный продукт существовал прямо отдельно. Вот, хотя в условиях рабовладения он отдельно не выделялся, потому что раб получал то, что даст ему, и создано его же трудом, даст ему рабовладелец. Поэтому тут сколько какое-то мерило делать невозможно. Потому что раба можно было убить, это было по закону, правильно? Не понравилось мне выражение вашего лица. А я рабовладелец. Какой результат? Какой угодно может быть. Может, скажу, что не надо такое выражение, и все. А может быть и хуже. А вот самым красивым с точки зрения понимания прибавочного продукта является феодализм. Есть помещик, феодал. Есть у него крепостные. Они работают. Есть управляющие, которые организуют работу. А есть помещики, которые все это получают.
Если вы мои крестьяне, то я разве допущу, чтобы вымерли все? Если я допущу, так я уже не помещик. Меня вообще за человека считать не будут. Поэтому приписывали даже всех крепостных, мертвые души, из чего брали? Приписывали. И вдруг не урожай. Я не дам вам пропасть. Я из амбаров своих дам вам хлеба. В долг, конечно. Местное дело. Чтобы вы не умерли, а потом вы будете работать, будет лучше урожай. Вот. И мне это все отдадите обратно. Но я это не допущу, чтобы вы пропали. А сейчас вот отдельный капиталист, а ему плевать. Придут другие, вы умрете. Ну, она умрет. Вы придете. Из Таджикистана приедут, из Узбекистана, Кыргызстана. В чем проблема? То есть для отдельного капиталиста такой проблемы нет. Он сколько их там останется. Но для класса капиталистов, конечно, есть. Некого будет эксплуатировать. Как эксплуатировать, когда они вымирают все? Вот в этом положении был английский капиталистический буржуазный класс, который принял впервые фабричное законодательство и прекратил такую эксплуатацию, которая приводила к вымиранию рабочего класса Англии. И причем, можно сказать, что не какой-то там забастовочной борьбой это было сделано, а просто вымирал рабочий класс. И капиталисты сами поняли, что надо свои аппетиты ограничить, иначе дело плохо. И поэтому появилось фабричное законодательство, теперь есть законодательство, и у нас есть трудовое законодательство. В нем даже написано вот в 130-й статье, что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Хотя вы видите, наоборот, что по мере инфляции гарантировано вам понижение уровня реального содержания доходов всех видов. Так? 134-я статья Трудового кодекса, так и называется. Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. То есть, если вы будете бороться и обеспечите со мной бороться, а я ваш капиталист, ваши позиции законны и справедливы. Но я тоже буду с вами бороться. А если вам не удалось, значит, плохо организовались. Вам закон дал все права, в том числе коллективные переговоры, коллективные трудовые споры. Воюйте, боритесь в соответствии с законом. А вы не организовались, в одиночке ходите, ну и... Мы не виноваты. Вот и все. То есть, вот это Маркс, саму природу эксплуатации. На основе того, что он двигался сначала, товар стал рассматривать. А следующая категория какая за товаром идет, которая из него вытекает? Не знаете? Нет. Продукт с самого начала. Продукт выступает, может выступать как товар, может при феодализме он, не, как правило, не выступает как товар. Вот если вы работаете на меня, а я ваш помещик, вы огурцы засолили, и вот туда и сложите, пожалуйста, в погреб, потом достанете, я буду их есть зимой. Это не товар. Товар – это продукт, производимый для обмена. Кое-что обменивали помещики, кое-что. Там и получали там из Индии какие-то специальные, так сказать, пряности или какие-то особые украшения. И обмен был на границах, как бы, этих феодальных поместий. Но внутри-то вы работаете, и все это делится. Значит, будете работать 4 дня в неделю. 4 дня в неделю вы работаете, а 3 дня на свое... Вот я вам землю выделил, земля моя, не забывайте, моя. Я ваш отец, батюшка. Земля моя. Могу давать, могу не давать. Я вам даю. 3 дня работаете на своей земле. Вот выгон. Вот лес, идите собирайте грибы. Как вы будете кормиться? Что будете сажать? Полная свобода. Но 4 дня в неделю будете работать на барщине. Или оброк будете платить. Более поздняя форма такая. Все. И вот то, что вы создали на барщине, это прибавочный продукт. А то, что вы сами создаете там в своем хозяйстве, это ваш продукт. На здоровье кормитесь. Я и не хочу интересоваться. Сколько вы там съели, что вы посадили, и что вы собрали. Если у вас не урожай, ну, если будет такой не урожай, что вам не прожить, приходите, я вас спасу. И будете запомнить, что я вас спаситель. А это вот, но если вы убежите вот к нему, а он тоже помещик, то если вот вас поймают с помощью вот этой службы, то, вы понимаете, будет вам нехорошо. У нас и государство, и право соответствующее есть. Плетьми можно бить крепостных?
Можно? Право разрешает? Помещик может? Не понравилось мне, как вы работали. И чего я буду вас распекать? Я, конечно, вас бить не буду. У нас есть такая услуга. Помните, как Некрасов рассказывал? Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. И вот, так сказать, Некрасов себя в этом увидел, свою лиру. То есть, как помещик вам за эту услугу заплатил, чтобы ее, потом обратно привели, и она лучше работает. И это нормально. А сейчас все свободны. Если вы умрете, никто не заметит. Потому что вы свободны. Значит, вы сами виноваты. Просто вы не успешны. Я успешный, а вы не успешный. Так сейчас объясняет. Не видите? Слышите, нет? Абрамович, он успешно, он побежал быстро, нахватал себе там нефти и всяких ресурсов, которые раньше всему народу принадлежали. И у него есть и яхта, и подводная лодка. У вас есть подводная лодка? Даже разговаривать с вами после этого не хочется в нашем современном обществе. Что это за люди, где собрались? Ни лодки нет. Завод есть у вас? Завода нет? Куда я попал? Ну, даже мне как-то... Вот у меня дипломником был товарищ Кудрин. Министр финансов. Я понимаю, серьезный человек. Сейчас он у нас декан свободных наук и искусств факультета на Галерной улице. Можете сходить, поинтересоваться. А вы даже ни завода, ни парохода. Что делать? Ну, значит, придется ум развивать. Все-таки это у нас все равно в России это ценится. Согласитесь. Потому что про вот этих богатых людей все анекдоты какие-то. Даже я могу рассказать. Встречаются два человека, один из них очень богатый бизнесмен, а второй заведует кафедрой математической. Ну вот этот второй говорит: слушай, как ты вот таким богатым стал? Ты же вообще дважды два не мог умножить. Как? Ведь я, говорит, за $2 покупаю, а за $4 продаю. И на эти 2% и живу. Посчитал 2%. Это первый том капитала. Значит, товар превращается в деньги. Деньги, знаете, что такое? Вот у вас сейчас что вот в кармане? Ну, это вот наука, капиталица написано. Я на 4-м курсе читал капитал, когда был на матмехе, тогда у нас было. Сидел спокойно, на лекции не ходил, на семинарах тоже сидел и читал капитал. Приходил ведущий семинар, говорит: а вы что делаете? Я говорю: капитал читаю. Она не трогала меня. Это деньги или нет? А? Да. А что вы взяли-то? Вы читать умеете? Читайте, что написано. Там не написано. Ну, билет Банка России. Ну, билет это, билет. Ну, да. А где деньги? Деньги где? Вот они в банке и лежат, деньги. Деньги – это товар, потому что товар особого рода, товар-эквивалент. А это представитель денег. Ну, чтобы они не стирали сами товары. Представьте, золото будет ходить. Вы же откусите, я же вот по вам вижу. Потом вы откусите, другой откусит, там ничего не будет. А потом уже сами князья и цари поняли, что вот откусили, а все равно ходит так же. Монету сделали, там меньше уже веса, чем написано. Написано одно на монете, а денег там нет. Вот вы думаете, у нас вот эти монеты из чего сделаны? Совсем недавно они были сделаны из медно-никелевого сплава. А сейчас еще, как вы думаете? Из меди. А? Да ну. А еще? Показываю. Видите, вот это вот у меня телефон. О чем? Это значит, из чего сделано? Магнит. Вот, поэтому если вам будут говорить, что наш рубль деревянный, это грязная клевета, он железный. Теперь делают вот эти, почему тяжелые стали кошельки. Еще вот пару лет назад в основном были монеты из медно-никелевого сплава. А сейчас они из железа, ну, покрытые медно-никелевым сплавом. Дешевле это. А написать можно хоть 10. Думаете, больше труда затрачено на то, что написать 5000 рублей, чем 500? И там картинка, и там картинка. Это не деньги, а представитель. Вы не путаете вот Лаврова и Путина. Лавров – это представитель. А Путин – глава государства. Ну так деньги – это товар особого рода, товар-эквивалент. Он не сразу появился. Что изначально в качестве денег было в России? Не помните? Не знаете? Богатый человек пришел, у него тут вот соболя висели.
Вот ему надо что-то купить. Раз, соболя, а вы мне то, что у вас есть. Рыба есть у вас красная? Икра, банку трехлитровую. Ну, она, конечно, не в банке была, в каких-нибудь кувшинах. Вот это деньги были. А потом деньги были мельничные жернова. Ну, конечно, их не таскали в кармане. То есть товар эквивалент все берут, потому что всем это надо. Но вот если стояла моя фамилия Попов, а потом я решил у вас купить баранов, 16 штук, и отдал. Я стер свою фамилию. Как ваша фамилия? Сман. Вот я ее и написал на этом самом жернове. Он как стоял, так и стоит на том же месте. А теперь это ваш. Но это неудобно все-таки. Катать никто не будет. Постепенно дело свелось к тому, что в качестве денег стали использоваться такие товары, которые в малом, при малом весе и объеме имеют высокую стоимость. А потом люди поняли, что можно их оставить в покое, чтобы они не шатались, так, не истирались, а чтобы были представители. То есть монеты, монетизация в этом состоит, и бумажки. А бумажки потом в мешки складывают и выбрасывают. Важно, чтобы на них номер стоял. Но вы можете пойти купить настоящую монету. Потом замучитесь, когда вам захочется съесть пирожок, никто не возьмет эту монету. Она золотая, но в банк вы можете ее снова вернуть. И вам придется к этим бумажкам, потому что вот в обращении ходят они. Но это не деньги, а представители денег. То, что у Маркса и Энгельса... И с предположением, что определяющим во всей человеческой истории является производство материальных благ, или, как потом Энгельс писал, что в основе человеческой истории лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. Сначала главным было производство людей, которые являются постоянным процессом, а на втором месте стояло производство вещей, материальных благ, то вот как раз с переходом к рабовладению на первое место по влиянию на весь ход истории вышло развитие материального производства. И материальное производство является действительной основой всякого общественного развития. Хотя производство людей, хотя оно отошло на второй план, оно не исчезло. И сейчас вы знаете, что вот там говорят, такой клан, всякой клан. Есть некие родственники, есть земляки и так далее. Это тоже проявляет себя даже и в политике. Но определяющим является материальное производство. И вот мы с вами разбирали вопрос об основном вопросе философии в свое время. Основной вопрос философии состоял в том, что первично, что вторично – материя или сознание. И вот, как мы с вами говорили, идеалисты отвечают на этот вопрос так, что первичная идея, а материя вторична. А материалисты отвечают на него так, что материя первична, сознание вторично. А вот теперь этот же вопрос, но в измененной форме, надо было поставить применительно к обществу. То есть попытки Гегеля, например, сразу приступить вот с помощью диалектических категорий к исследованию общества, не решив вопрос о том, а как соотносится материя, бытие и сознание применительно к обществу, оказались неудачными. И вот Маркс и Энгельс сделали такое открытие, что применительно к обществу действует следующий закон, что общественное бытие определяет общественное сознание. Значит, вот мой опыт общения с трудящимися, с которыми я преподаю или с которыми имею разговоры, показывает, что этого открытия основная масса населения просто не знает. Они его путают с вопросом вот первым, что первично, что вторично. Вот ваше бытие не определяет ваше сознание. И ваше бытие, ваше сознание не определяет. Ваше сознание определяет, как написано у Маркса в тезисах о Фейербахе, ваше сознание определяет обстоятельства и воспитание. То есть отдельный человек становится тем, кем он становится, благодаря определенным обстоятельствам и воспитанию, которые всегда индивидуальны.
А вот то, что говорится об обществе, относится не к отдельному человеку, а к бытию общества и к сознанию общества. Так вот, бытием общества является материальное производство. А сознание общества – это общественное сознание. И вот, если мы хотим что-то понять из области общественного сознания, мы должны сначала обратиться к тому, что является определяющим. Ну вот сразу я хочу вам сказать, что вот это является применением уже диалектического метода к истории. Или материализм, примененный к истории. Хотя мы могли бы поставить вопрос о том, а вот если идеализм применить к истории, что получится? Исторический идеализм. А если материализм применим к истории, что получится? Исторический материализм. И вот надо сказать, что освоение исторического материализма, ну, можно сказать, находится в процессе становления. То есть мало кто понимает и мало кто им вообще владеет. То есть вот то завоевание, которое было сделано Марксом, Энгельсом там и развивалось Лениным, оно не только не усвоено, а во многом утрачено. И, скажем, в период после 90-х годов на волне, так сказать, отрицания всего и вся, выброшено то, что является передовым, и вновь, значит, на полках, магазинах и в умах большинства населения отжившие, старые, умершие уже идеалистические представления, в том числе и даже субъективно идеалистические. И этим характеризуется вот нынешнее общественное сознание. Что означает, что общественное бытие определяет общественное сознание? Что в обществе господствуют мысли господствующего класса. Вот если господствует буржуазный класс, значит, мысли буржуазного класса в большинстве голов. Если у вас общество феодальное, то есть производство, если феодальное, хотя крепостных большинство, а господствует идеология какого класса? Помещичьего, естественно. Если у вас рабовладельческое общество, то есть основу этого общества составляет производство, основанное на рабском труде, то сознание общества таково, что господствует мысли господствующего класса, рабовладельцев. Но это сознание говорит, что можно убить раба, ничего плохого тут нет. А сознание помещиков таково, что, а если он хочет от меня убежать, так надо его поймать и плетьми его бить. А он может сколько угодно талантливый, например, как Тарас Шевченко, его шпицрутину можно пропустить через строй и сбить. И это вполне. А, скажем, если это буржуазное общество, то все свободны, в том числе и от средств существования. Каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Так, сказать, рассказывал Чернышевский про права человека всеобщие, которые так провозглашаются. У вас есть жилье, а у вас нет, а право на жилье есть. Еды у нас может не быть, а право на еду у вас есть. Право-то есть, а еды нет. Всего-то. Право на жизнь у вас есть, но убийцы ходят и убивают. У нас, скажем, сейчас нет смертной казни за убийство, поэтому нас могут безнаказанно убить, то есть вас убьют точно, меня убьют точно, а его точно не убьют. Поэтому убийцам сейчас жить очень хорошо. Они знают, что их точно не убьют, а мы не знаем этого. Потому что мы не знаем, потому что мы, в общем, безоружны, а они вооружены. Хотя известно такое положение, что одного из социалистов прежних, что пусть смертную казнь отменяют господа убийцы. И тогда она отмирает. Но нет преступления, нет и наказания. То есть не надо отменять смертную казнь. Она отпадет. Ну, некого просто наказывать. Никто же не убивает. Но если убивает, то надо их тоже наказывать так, чтобы не убивать. Чтобы это было предупредительное значение имело для других. Что и какие практические выводы из этого следуют? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что вот эта вот лекция, которую я начал после перерыва, она и посвящена применению материализма к истории. Применению материализма к истории. И здесь мы должны
остановиться уже не на переходах каких-то отдельных категорий, а на том, что вот вся эта система диалектического материализма, ее нельзя просто взять и непосредственно применить, а надо исходить из того, что определяющим является производство, воспроизводство непосредственной жизни. Вот если мы это делаем, тогда мы многое поймем. Например, вот недавно прошли выборы. Последнее воскресенье было, да? Как вы думаете, кто должен победить на выборах? Ну, я поставлю вопрос о том, кто может, какой класс должен победить на выборах. А? Господствующий, конечно, ясное дело. Поэтому так вот иногда изображают, что вот сейчас будут выборы, какой будет итог, какой будет итог, какой будет итог. Ну, какой будет? У вас есть телевидение личное? Нету? А у вас радио есть? Вы газетой не владеете? Нет? Я вот главный редактор российской общественно-политической газеты «Народная правда». Но она мало выходит, и тираж не такой большой, там 15 тысяч. Мы должны понимать, что если люди имеют миллионные тиражи, и вот они, допустим, вы стали их кандидатом, вы будете миллионными тиражами, вас фамилию все узнают, вся страна. А меня никто и не заметит. Хотя будет, пожалуйста, говорит, издавайте сколько, никто не препятствует. Сколько хотите, издавайте, что хотите. В чем проблема? Обратите внимание, что, еще раз возвращаясь к тому, что это не относится к отдельному человеку. Отдельный человек в силу своего индивидуального воспитания и развития может встать на сторону другого класса, не такого, к которому он принадлежит. Например, ну самый широкий пример – это декабристы. Декабристы на сторону какого класса встали? Крестьянство. Они выступили за освобождение крестьян. Правильно? И что с ними сделал господствующий класс? Он, видных представителей дворянства, так сказать, знатных родов, он их отправил, кого повесил, кого на каторгу. Жены поехали на каторгу и так далее. А потом, ну, экономическое развитие же шло, оно уже дошло до того, что сами помещики стали нанимать своих крестьян, потому что на условиях крепостной зависимости новыми средствами производства невозможно уже работать, потому что для современных средств производства нужно, чтобы это были не средства производства подневольных людей. Вы же понимаете, что если это такое средство производства, которое требует внимания, которое требует прилежания и так далее. Какое может прилежание? Вы меня бьете плетьми, а я буду на вас, так сказать, горбиться. Да я эту машину сломаю скорее, чем я буду ей заниматься. Она орудие моего угнетения. Поэтому вот те люди, которые выступили против крепостного права, они выступили вообще за развитие производительных сил, за общественный прогресс. Прошло не так много времени. С 1825-1861 год. Сколько прошло? 100 с чем-то. Сколько? Крепостное право 100 с чем-то. С 1825 года, когда уже выступили дворяне, их повесили, на каторгу отправили. А в 1861 году уже освободили крестьян. Кто оказался прав? Вот те, кого повесили. Причем, что произошло с царем там? Против него бушевали сами помещики? Нет. Против него бушевали там, народовольцы, взяли его и убили, этого Александра II. От 61 отнять 25 сколько будет? 36 лет? Всего-то это вообще очень небольшой срок. И никакого возмущения в помещичьем классе, а потому что уже капитализм развивался вовсю. Вот есть замечательная книга Ленина «О развитии капитализма в России». Когда его отправили в ссылку, вот его по делу об освобождении, о Союзе борьбы за освобождение рабочего класса, его год продержали в тюрьме, а потом отправили в ссылку. Но он все-таки был дворянином с 16 лет. Папа его стал дворянином, и он стал тоже дворянином. Поэтому, так сказать, ему там дополнительные деньги давали, и условия были лучше, чем у других. И он за 3 года написал книгу «Развитие капитализма в России», как бы докторскую. Как бы он был в докторантуре, только в Сибири. Ну, конечно, на свежем воздухе, но не так, чтобы он же был не в тюрьме и не в колонии, он был в ссылке. То есть он там жил, писал книгу. Ему присылали книгу, материалы, и он разобрал, как развивается капитализм в России. И показал, что в 19 веке, к концу 19 века, можно сказать, капитализм уже полностью
захватил всю экономику России. И все рассуждения народников о том, что тут это неизвестно куда, идет Россия, у него особый путь, оказались, так сказать, опровергнутыми. Всем стало ясно, что Россия идет тем путем, которым идет вся история. То есть за феодальным строем идет строй капиталистический. Идет строй капиталистический. Ну и вот отсюда следует и понимание исторического процесса, его деления на формации. Чем они отличаются? Каждая формация может быть представлена, ее наличное бытие. Мы такую категорию употребляли с вами. Наличное бытие формации таково. Есть базис, есть способ производства этой формации, и на этом способе производства стоит. И им определяется политическая и идеологическая надстройка. Что такое способ производства? Способ производства – это единство производительных сил и производственных отношений. То есть не мертвые производительные силы, которые без людей. А главная производительная сила – есть человек рабочий, трудящийся. Производительные силы состоят из работников и средств производства. Вот они, соединяясь, обеспечивают процесс производства при наличии соответствующих отношений. Вот эти отношения, в которые нужно вступать, чтобы производить, называются производствами. По форме они отличаются. Одно дело – производственные отношения рабовладельческого общества, другое дело – феодального общества, и третье – капиталистического. Четвертого – коммунистического общества, вышедшего из капитализма. Они все отличаются. Поэтому вся история и все ее движение разделяется на движение в рамках следующих формаций. Первобытный общинный коммунизм, ну это примерно 90 тысяч лет. Люди прожили при первобытном общинном коммунизме. Потом рабовладение, с рабовладением феодализм, за феодализмом капитализм и капитализмом коммунизм. Вот всего 5 общественно-экономических формаций. А можно считать 3. Тогда будет это выглядеть так. Коммунизм, как первоначальное состояние человечества, коммунизм, все общее. Потом все частное. Это 3 формации, составляющие вот этот период частно-собственнических формаций. Это рабовладение, феодализм и капитализм. И отрицание, отрицание, возвращение к коммунизму. Через отрицание своего отрицания. В этом смысле, вот почему Маркс и Энгельс говорили, что коммунизм можно свести к одной фразе – уничтожение частной собственности. Но под уничтожением надо понимать не уничтожение объектов собственности, а уничтожение отношений частной собственности. А отношения частной собственности можно уничтожить только состав отношений общественной собственности. А это дело очень трудное и долгое. Очень трудно и долго. И новая формация, коммунистическая формация, она не может сразу освободиться от следов и традиций частно-собственнических формаций. Есть такая работа у Маркса «Критика готской программы», где говорится, что коммунизм, собственно говоря, такие 3 ступени проходит. Переходный период от капитализма к коммунизму, потом низшая фаза коммунизма, социализм и высшая фаза коммунизма, полный коммунизм или коммунизм, освободившийся от отпечатков капитализма во всех отношениях. А социализм – это такой коммунизм, который во всех отношениях хранит еще, сохраняет отпечатки старого строя. Во-первых, есть различия между городом и деревней очень значительные. А это классовые различия. Есть различия между людьми умственными и людьми физического труда. А это с этого различия началось вообще разделение на классы. Есть государство, которое есть орудие классового насилия. Хотя задачей государства рабочего класса является уничтожение всякого насилия. Но для этого надо уничтожить саму основу для появления антиобщественных поступков и антиобщественной деятельности. И поэтому даже общественная собственность в условиях социализма
не может выступать просто как общественная, она выступает как государственная. Но эта государственная собственность может являться общественной только это если государство рабочего класса. Если государство объявили не государством рабочего класса, а общенародным, как сделал Хрущев в докладе на 22-м съезде, то государственная собственность не является общественной, а превращается в частную собственность управляющего слоя партийно-хозяйственного. И вот эта частная собственность может так и остаться, как собственность этого управляющего строя, государственная собственность, но уже как частная собственность класса капиталистов, как госкапитализм. И это осталось в Белоруссии. А может начаться деление, когда вот в этом правящем классе не коллективная собственность всех капиталистов, а начинается деление. Абрамович столько получил, этот столько, этот столько, этот столько. И всем выдали ваучеры, чтобы вы чувствовали, что вы наравне. Потом одни, как выводится всегда при разделении, если на всех разделить, то одни останутся с носом, а другие будут богаче. И у одних оказались заводы, фабрики и пароходы, а у других остались что? Руки, то есть способность к труду. Идите и продавайте ее. Где хотите, там и продавайте. Кому хотите, тому и продавайте. Вот, собственно говоря, ситуацию, которую мы наблюдаем. Ну и есть универсальная такая политическая форма, демократическая, которая означает, идите на выборы и голосуйте. На выборы надо ходить? Ленин советовал ходить. Говорит, во время выборов пропаганду можно вести, так сказать, уши открываются у людей, они очень внимательны ко всяким идеям, так сказать, они начинают лучше разбираться в политике. Но, как вы совершенно правильно заметили, если это экономика буржуазная, то значит могущество экономическое у кого? У буржуазии, а у кого в руках экономика, у того в руках основа общества, и значит господствующими в этом обществе являются мысли этого господствующего класса, то есть в буржуазном обществе господствуют буржуазные мысли. И это никто не запрещает при демократическом обществе других мыслей. И да это и не нужно запрещать. Они заведомо будут в меньшинстве. Поэтому какой будет результат вот следующих выборов парламентских, можете сказать? Какие партии победят? Ну вот эти партии, которые являются буржуазными, победят. На всякий случай их три. У нас, потому что все-таки не Америка, там две. Или демократы, или республиканцы. А у нас Змей Горыныч с тремя головами. Если одно отрубит, вторая есть, вторую отрубит, третья есть голова. А если вы будете выступать, то значит все три головы на вас будут огнем дышать. У нас сейчас зарегистрировано примерно 70 партий. 70. Ну и понятно, что эти 70 партий при какой-то своей комбинации всегда обеспечат власть буржуазного класса. Поэтому те люди, которые рассчитывают на выборах поменять общественно-экономический строй, это наивные люди, безграмотные в области исторического материализма. Я хочу вам назвать одну работу исключительную, потому что она действительно единственная работа Ленина, которая прямо посвящена вот революции, которая прошла в России. В этой работе Ленин опять вот на это вот ссылается, на этот тезис, что говорит, при господстве буржуазных определителей воли, при господстве вот буржуазного государства вы никогда на выборах не выиграете. Поэтому большевики, в отличие от меньшевиков и эсеров, продвигали выборы, учредительное собрание. Продвигали. Но сами себя не обманывали и прекрасно понимали, что на учредительном собрании никогда они не выиграют. Потому что большевики на выборах там где-то треть получили в учредительное собрание. А что явилось, так сказать, рычагом изменения общественно-экономического строя? Рычагом изменения общественно-экономического строя явились совсем другие образования. Советы, которые были созданы по представительству с предприятий. Они изначально были в 1905 году, и была первая русская революция. Потом советская власть, попытка создать советы, снова возродилась. Сначала они возродились как эсеро-меньшевистские советы. Знаете, кто был первым председателем совета в 17 году петербургского? Петроградского. Александр Федорович Керенский. Есть такая книга «140 бесед с Молотовым», где Молотов, как член Русского бюро ЦК, рассказывает, что он вместе с другим членом Русского бюро ЦК большевиков, Шляпниковым,
никак не могут понять, что происходит вот сейчас в Петербурге, как раз вот эти вот февральско-мартовские дни, что происходит в Петербурге. Идут к Алексею Максимовичу Горькову. Горький им открывает и говорит: вы что, вы не знаете, что у нас происходит? У нас создан Петроградский совет рабочих депутатов. А где он? А он в Таврическом дворце. И вот Шляпников и Молотов, Скрябин его подлинная фамилия, направляются в Таврический дворец, видят, там огни горят, дежурные стоят. Они подходят, говорят: доложите, что пришли члены русского бюро ЦК большевиков. Кстати, кто председатель? Председатель Керенский. Вот ему и доложите. Вышел Керенский, пригласил их и привел к президиуму и посадил. И как пишет дальше, или говорит Молотов, надо было войти в совет. Мы вошли в совет. Вот так вошли в совет. То есть такой в чистоте, конечно, выборы по предприятиям не всегда были, как вы понимаете, никогда в чистоте, чтобы такие были выборы, чтобы на них не было нарушений, такого не бывает в жизни. Как сейчас, например, думают, вот надо, чтобы были честные и пречестные выборы. Но честный и пречестный был феодализм. Вот вы 4 дня работаете на меня, а дальше вы работаете на... Это же честно. Я же прямо вам сказал, вот это вот то, что вы там... Вот я не претендую на то, что вы за 3 дня там... Сколько у вас детей? 15, 17, 23. Умрете вы или они умрут? Это меня не касается. Но и вас не касается, что я буду делать с тем, что я получу от вас за эти 4 дня. Вот тут вы есть управляющий, он будет работать, будет плохо работать. Сами знаете, у нас телесное наказание в ходу. С завтрашнего дня приступаете к работе. Я вас купил. Купить могу без земли, могу с землей. Вот прямо вот вместе с партами. Так, и купить. Это же можно, да? По канонам феодального общества. А вас я купил отдельно от земли. А вы будете работать с завтрашнего дня. Хорошо будете работать, в управляющий пойдете. Мне нужен управляющий, соответственно, будем лучше кормить. Да забросьте тогда свой участок там, который я вам дал, вы так будете хорошо жить. Чем отличались, вот, так сказать, те слуги, которые были тоже крепостными, но они не хозяйствовали на земле, а были прислугой у барин. Это назывались холопы. Поэтому к холопам вообще и дворяне относились отрицательно. Это прихлебатели. Они вот выполняли то, что требует хозяин, а все-таки крестьянин был самостоятельный, землепашец. Производитель, созидатель. В конце концов, эти созидатели прогнали тех, кто над ними стоял. А халуи прогнать тех, кто, у кого они в халуях, никогда не могут. Вот такая картина. Вот в этой работе Ленин выборы в учредительное собрание диктатуры Патриата рассматривает результаты учредительного собрания прямо по спискам. Сколько прошло, какие партии и так далее. И объясняет им, что нам говорят, что вы должны... Вот дождаться, когда вы получите большинство на выборах. Он говорит, никогда мы большинство не получим. Потому что если у нас буржуазный строй, то поскольку общественное бытие определяет общественное сознание, то господствующие мысли в обществе, мысли господствующего класса, всегда будет большинство голосовать за буржуазные партии. Поэтому мы в эту игру играть не будем. Мы не рассматриваем государство как равнодействующую всех голосований, как некую божественную волю, а мы рассматриваем ее как инструмент, который нужен для завоевания на свою сторону большинства народа. Мы понимаем, чтобы управлять страной, нужно иметь большинство народа. Вот на этом мы стоим твердо. Для этого мы должны взять власть и с помощью власти привлечь на свою сторону большинство народа. Что и сделали большевики. Сначала они получили большинство в войсках Северного фронта, в советах соответствующих, в советах Петроградском, Московском, а дальше, говорит, деревня шла за городом, она и пойдет за городом, можно уже организовывать двоевластие, а от двоевластия переходить к полноте власти. И поэтому у нас была самая мирная революция из всех революций, которые известны. До сих пор считают, никак не могут найти, были убитые. И кого там было убивать? Ну, кто охранял Зимний дворец? Скажите, пожалуйста. Во-первых, Зимний дворец в свое время охраняли большевистские отряды во время Корниловского мятежа. Поэтому они знали, как его охранять, и где все ходы-выходы уже знали.
Поэтому не надо было искать, куда идти, и не надо было бежать по главной лестнице. Кому надо было зайти к правительству временному, все знали, в какую дверь заходить. Во-вторых, к этому времени уже в Петрограде все попытки временного правительства вытеснить революционные войска из Петрограда ни к чему не привели. Принимает решение временное правительство всех вывести. Петроградский совет принимает всех оставить. Вы власти. Ну, а раз остается тут полки, войска, кто может с ними сражаться в городе? Кто? Никто. До этого там был женский батальон, какие-то дрова положили, и за ними был женский батальон и кадеты молодые. Никто в них не стрелял, кому они нужны. И они не стреляли. Ну, а в самом Зимнем дворце там был очень большой госпиталь к тому времени. Ну и мото в этот день, может, кто-нибудь от испуга и погиб или умер. Но во всяком случае это меньше, чем вот ежедневно у нас на дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому мы сегодня спокойно можем говорить о том, что социалистическая революция, которая произошла в это время, она вполне мирная, но вооруженная. Всякая революция только вооруженная, может быть, это понятно. И вот после этой революции какие были декреты о рабочем контроле, а о том, чтобы всю эсеровскую программу реализовать, разделить землю по едокам, хотя большевики имели другую программу и понимали, что нужно, так сказать, коллективизировать труд на селе. Но поскольку народ требовал, и с этим народом надо было делать революцию, значит, разделили по едокам. И она, эта революция в деревне, отложилась до 28 года. К 28 году снова были и кулаки, и бедняки, и середняки. Так же, как к 17-му. После вот 17-го все, вот всем разделили, и все вот были равны какое-то время. Но это ненадолго. Мир народам кто объявил? Кто остановил империалистическую войну? Большевики, которые взяли власть. Ну и, так сказать, вот это улучшение положения привлекло на сторону большевистской власти, советской власти, громадное большинство народа. Поэтому она устояла и держалась твердо. А кто в Красной армии был, кто в Белой армии был? Ну, вы знаете, что поначалу, скажем, генерал Краснов был отпущен под честное слово офицера, что он не будет воевать. Ленин с ним разговаривал и, так сказать, получил честное слово, и тот поехал. Куда он поехал? Он поехал создавать Белую гвардию, нарушив слово офицера. Появилась Белая гвардия, а Красная гвардия и до этого была. Она участвовала еще в защите от немецких войск Петрограда. Поэтому еще сначала были стычки между Белой гвардией и Красной гвардией, вот. А потом каждая из сторон поняла, что без мобилизации это дело не пойдет. А как производит мобилизация? Мы пришли вот в это село, здесь мобилизовали. Пойдете в Красную армию? Не пойдете, к стеночке поставим. Так, теперь в ваше село приехали. Пойдете, другие приехали. Белогвардейские. Пойдете в Белую гвардию или к стеночке поставим? Так, вы пойдете в Белую гвардию. Так, а вы-то решили, куда пойдете? Потому что кто никуда не пойдет, их судьба очень тяжела. И в них будут, знаете, как в баррикаде, кто ходит, стреляет с двух сторон. И вроде люди из соседних сел, они оказались в разных армиях. И вот началась эта, так сказать, гражданская война, а судьба ее решалась в зависимости от того, за кем пойдет крестьянство. А крестьянство большевики, хотя они и дали землю, но они вообще предразверстку делали, не очень нравились. Не очень нравились. Поэтому, значит, белая армия наступала, и чуть было Деникин не дошел до Москвы. А вот он шел и отбирал землю и вешал крестьян. Отбирал землю и вешал крестьян. Отбирал землю и вешал крестьян. Дошел почти до Москвы. И вот тут тогда крестьяне повернулись. И в Красной армии стали по-другому сражаться. А это большинство Красной армии, крестьяне. Ну, рабочие там, ядро были, но главный состав основной – крестьяне. А в Белой армии тоже крестьяне в основном. Но там есть белогвардейцы, но главное, это основная масса – крестьяне. Вот эти крестьяне, они сказали, большевики плохие, не такие, нам не нравятся. Но эти нам совсем не нравятся, и они разбили белогвардейские части и выгнали белогвардейцев из России.
И уехали они в эмиграцию. И на этом все закончилось. И теперь власть. А тут сложилось, вот я вам такую вещь сказал, которая обычно излагается в учебниках, что вот есть формация общественно-экономического базиса, есть на день надстройка. Но это когда вот она устоялась уже, наличное бытие. А вот когда переход от одной формации к другой идет, то тут начинаются процессы, которые так не опишешь. Вот, например, в 19 веке какая была формация у нас в России? Феодальные. Феодальные. Помещики были у власти. И господствовали они и в экономике, и в политике. Но уже в экономике был капиталистический строй. Значит, что получилось? Базис капиталистический, надстройка уже. Настройка еще феодальная. Значит, начался переходный период от феодализма к капитализму, который закончился чем? Буржуазной революцией в феврале 1917 года. Закончился переходный период. И тогда вот воцарилась такая картина наличного бытия формации. Базис капиталистический, надстройка капиталистическая, все хорошо. И сколько это просуществовало так? До октября 1917 года. В октябре 1917 года надстройка стала социалистической, а для нее основы были в капитализме? Были, потому что в самом капитализме есть его отрицание. И кто является отрицанием капитализма? Сам рабочий класс является отрицанием капитализма. А что его, так сказать, кто его дисциплинирует, организует? Ну, капитализм его дисциплинирует, организует. Кто его? Сами рабочие, что ли, организовались? Они тоже организовывались. Но дисциплинирует и создает своего могильщика сам капитализм, как общественный строй. Он отрицание капитализма в самом капитализме. Вот она диалектика. С другой стороны, то есть это вот была такая материальная основа, потому что когда рабочий класс установил советскую власть, экономика оставалась какой? Капиталистической. Поэтому не такая была картина, что вот базис, хотя базис вообще решающий, но вот эта диалектика, движение этого базиса такова, что вот он решающий, но вот прогрессивное отрицание в этом базисе, с одной стороны, а с другой стороны, общественный характер производства, который сложился-то именно при капитализме, когда никто не мог сказать, что это мой продукт, что я один его делал. Все делают какой-то элемент этого продукта, и все общество работает на каждого, каждый работает на всех. Общественный характер производства сложился при капитализме. И у Ленина есть такое даже в империализме, как высшая стадия, определение социализма. Единая капиталистическая монополия, тенденция, которая явно наблюдается сейчас, единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, означала бы социализм. То есть социализм не выдумывается, а он вытекает из, так сказать, развития самого капитализма и его отрицания или снятия. Но на этом я вот на этой категории снятия по отношению к капитализму остановился. Некоторые поют «Интернационал», считающие себя коммунистами. Весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим. Зачем вы все хотите разрушить? Из чего вы будете строить? Из пыли? А Ленин говорил, что надо вот банки, это идеальная бухгалтерия нового общества, почта, телеграф, телефоны, это вот те завоевания, с помощью которых можно строить социализм, создавать. Капиталистические предприятия, монополии, которые дают образцы управления производством. Хотя не в государственных еще масштабах, но в крупных масштабах. Разве не надо на это опираться? Интересно, что изначальный текст и правильный перевод коммунистического вот этого гимна «Интернационал» звучит так. «Весь мир насилие мы разроем до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим». Тут рифма есть. А вот как вот люди, не понимающие, поют, не знающие, так сказать, марксизма, они поют, мы весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Рифмы нету. Рифма-то не должна быть в песне. Ах, как же без рифма. Так что вот так это выглядит. Да. Вот эта логика выглядит очень интересно, применительно к таким общественным явлениям. Сколько переходный период занял? Когда у нас появилась социалистическая экономика в России?
Она появилась в середине 30-х годов. То есть к середине 30-х годов вот эти пять укладов, которые были, свелись теперь к одному, социалистическому. А когда он стал коммунистическому, когда он стал единым, он уже не уклад, а вся экономика стала коммунистической. Когда коммунизм был построен в СССР? Тридцатый. Вопрос. Вы у нас оператор. А это у нас вот слушатели. Они думают. Вы мешаете думать. Когда коммунизм был построен? Нет, но если вы послушаете Никиту Сергеевича Хрущева, который на 22-м съезде выступал с докладом о программе, он говорил так: через 10 лет у нас будет построен коммунизм, первая фаза, а еще через 10 лет, то есть через 20, будет высшая фаза. И нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А какое поколение начало жить при коммунизме? Какого времени? Вы знаете, есть такая формация социалистическая? Нет? Есть или нет? Докладываю вам, нет такой формации социалистической. Социализм, согласно науке, это низшая фаза коммунизма. Что такое фаза коммунизма? Это коммунизм или фаза? Коммунизм, но не развитый, молодой. Вот если вы молодой человек, так вы человек или нет? Или рыба? Так если молодой коммунизм, он коммунизм или нет? Ну, естественно. То есть, что такое социализм? Это молодой коммунизм. Какой? Что значит молодой? Не просто молодой, он еще вышел только из старого строя. И во всех отношениях, как писал Маркс в «Критике Готской программы», и слово «социализм» он там не употреблял. Просто низшая фаза коммунизма. Во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, дураков много, несет отпечатки того строя, из которого он вышел. Несет отпечаток того строя, из которого он вышел. И, скажем, вопрос о преодолении неравенства между городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда, это очень длительный процесс. И никто никаких сроков из серьезных людей, там ни Ленин, ни Сталин, таких глупостей устанавливать сроки, что так мы перейдем к высшей фазе коммунизма. А вот всякие глупости вроде развитого социализма уже были в период разложения социализма. Когда он стал разлагаться, вот, и когда стало замедляться темпы роста, когда производительность труда стала падать, темпы роста стали падать, заговорили о научно-технической революции. Дескать, ну что вы там разговариваете о производительности труда, у нас же революция, сейчас все само собой будет. И что говорить там о борьбе с родимыми пятнами капитализма, когда у нас развитой социализм? А социализм может быть развитой? Но если социализм – это молодой коммунизм, когда он разобьется, будет просто коммунизм или полный коммунизм, правильно? То есть это вот утверждение на устах, с которым умерла КПСС в СССР. Утверждение о том, что у нас развитой социализм – это вообще безграмотное и антимарксистское утверждение, потому что не может быть развитого социализма. Если это социализм, то он не развитый коммунизм, не полный и не зрелый. А если он развитый, полный и зрелый, то это полный коммунизм, это уже не социализм. Поэтому соединять слово «социализм» со словом «развитый» можно только в том смысле, что высшая фаза коммунизма – это развитый социализм. А они применяли это понятие к социализму. Более того, значит, вот в середине 30-х годов закончили строительство социализма. Так, хорошо. А дальше что? Вот если вы закончили строительство дома, что нужно дальше? Опять строить? Обживать. А? Обживать. Вот. Вот такая вот мысль простая, ясная, как стекло, не приходило людям в голову. Смотрите, вот если вы почитаете литературу, вот времени, начиная с середины 30-х, опять они строят, социалистическое строительство. Чего вы собираетесь строить? На стройке нельзя же вечно жить. Представляете, это жизнь на стройке. И это стекла, там грязь, и там везде, так сказать, все это не убрано, не обжито и так далее. Налаживать надо все. Между прочим, из углов всякую грязь выметать. Потому что такого строительства, чтобы не было строительной грязи, еще свет не видал. Поэтому, по идее, с точки зрения науки, как только был построен социализм, значит, был построен коммунизм с родимыми пятнами капитализма. Значит, освобождение от родимых пятен капитализма – это длительный процесс. И он требует не строительства еще одного,
а требует обживания. То есть изживание этих родимых пятен на основе развития производства. Правильно? Вот задача. И это, от этой задачи отказались, все было строительство, Ну, потом уже нельзя бесконечно строить. А так и давайте перестраивать будем. А что мы будем перестраивать? Никакой цели перестройки нету. Мы будем перестраивать дворец в хлев или хлев в дворец. Что? Если хлев в дворец перестраивать, это хорошо. Если дворец в хлев, нежелательно. Вот у нас, например, выставочный зал есть на Исаакиевской площади. Это же была конюшня. Там и лошади стоят, и, соответственно, всадники. Ну, его перестроили в выставочный зал. Хорошо же. Или, вот, скажем, Кремль, разве его не перестраивали? Он был деревянный, стал такой красивый каменный Кремль в Москве. То же самое. Ну, а просто вот как ходил Горбачев, говорит, вы за перестройку. Ленин-то говорил, что я, говорит, такое большего бедствия, чем перестройки, не знал. Говорит, не перестраивать надо, организовать жизнь, культурный уровень поднять и так далее. Как можно ставить вопрос, не ставить вопрос, чего к во что перестраивать? Хотя на самом деле, если мы с вами занимаемся диалектикой и внимательно следим за смыслом слов, что такое перестрой? Был один строй, стал другой. Что такое перестройка? Перестройка, то есть измените строй. И он изменился, его изменили. Причем основная масса населения, в силу, так сказать, той грамотности, которая у нас была, в области диалектической, в области философской, они так и не очень понимали, где они живут. Помните, даже Андропов выступает на пленуме и говорит, мы не знаем то общество, в котором мы живем. Но я генеральный секретарь. Ну что тогда ты генеральный секретарь? Если партия не знает то общество, в котором живет, что тогда получится из этого? Ну то, что и получилось. Значит, получился откат. Откат назад, потому что сознательно можно идти вперед, только если... То есть, если у вас соответствующее сознание. Если нет этого сознания, значит, движение вперед не может получиться. Самый плохой архитектор отличается от самой плохой пчелы, что он сначала в голове имеет это самое знание, здание, которое он создает. А пчела нет, у нее инстинкт. Дескать, вы давайте, что хотите делать, а рынок все решит. И он порешил наше крупнейшее предприятие. А чтобы рынок был международный, чтобы их слопали, так сказать, более крупные предприятия других стран, надо их нашинковать, эти предприятия. Вы помните, как Кировский завод на много частей, Светлану там вся она нашинкована. Кировский завод, там было в нем 35 тысяч, сейчас 7,5. Светлана было 40 тысяч, сейчас 3,5. Если возьмете ЗИЛ, 120 было тысяч. Нету ЗИЛа. Там будет там Ледовый дворец, там будет дорога проходить, наверное, метро сделать, ну что-то там. А цех роботов во имя научно-технического прогресса попилили на ЗИЛе. Ничего, мы купим. А вот сейчас санкции сделали, у кого купите? Мы станки теперь покупаем у Тайваня и у Белоруссии. Больше нам никто не продает. А сами свое станочное производство довели до такого состояния, что они еще есть станки, но их очень мало. Поэтому, скажем, говорят, что ну, нет никакой проблемы с санкциями. Есть проблема, очень большая. То есть, так сказать, по принципу купи-продай, так сказать, хозяйствовали. Я вот буду сырую нефть гнать на Запад, оттуда получу денежки, а потом, если что надо, я куплю. А цены упали, и все. Ну, нету в Японии никаких полезных ископаемых. Ничего, она не умирает, прекрасно развивается. И растет производительность труда. Не надо свою экономику завязывать на сырье. Вообще сырье, если вы отдаете туда просто непереработанное, то вы отдаете всю прибыль. Вы сделаете бензин, продавайте бензин, масло продавайте туда, еще какие-то продукты. И их легко будет гнать, а сырую нефть перегнать. Такое усилие, такие мощи надо использовать. Так что вот некоторые, так сказать, выводы. Я постарался некоторые философские вопросы довести до каких-то актуальных наших проблем, чтобы не казалось, что эта философия, так сказать, вдали, так сказать, в империях, и так она только рассматривает переход бытия в ничто, а ничто в бытие. Какие есть ко мне вопросы? То есть все ясно я излагал или наоборот ничего не понятно? Повторить надо. Повторить, вот будем надеяться, что вы не сотрете, Владимир Алексеевич.
И тогда можно будет повторить. А если сотрете, то уже трудно будет повторить. Значит, я думаю, что со следующего раза у вас будет вести тот товарищ, который у вас был записан в соответствии с планом, доцент Иванов Николай Борисович. Вот. И я думаю, что вам будет интересно послушать. Думаю, что там будет во многом другая точка зрения на эти же проблемы. Или этих проблем он вряд ли будет касаться. Ну, тем самым вы убедитесь, что у нас в современной философии есть разные позиции. Но каждый человек разный. Да, и люди разные. И вам, у вас всегда есть возможность, так сказать, самим внимательно за этим следить, смотреть. Я думаю, что вы это понимаете. В отличие, скажем, от математики, где ну, можно ошибиться, но как колея там так, достаточно строгая. Это или вы доказали теорему, или не доказали. А тут... Если люди не вот, пользуются диалектической логикой, то тогда вообще нет никакой общей методологической основы для решения вопроса о том, вы правильно решили или неправильно решили. То есть если люди вот это не берут, то это сводится к некоторой системе или к бессистемности в изложении мнений. А задача вообще, говоря, как Гегель говорил, не опустить знание до мнения, а поднять мнение до знания, то есть до истины. А истина и соответствие понятия с объектом, а если у вас уже есть истинное знание, то соответствие объекта понятию, то есть вы преобразовываете объект. И тем самым вот есть вторая сторона абсолютной идеи. Вот третий том науки и логики Гегеля кончается тем, что вот есть абсолютная идея, она есть единство теоретической идеи, то есть отражение мира, и идеи практической, то есть идеи добра или идеи блага, преобразование мира в соответствии с вот достигнутой истиной. И вот без этой второй составной части, когда вот вы берете только отражение мира, это будет вот фейербаховский созерцательный материализм. А вот если вы возьмете вот эту сторону преобразующую, это будет тогда диалектический материализм. А если речь идет о преобразовании общества, то он еще и исторический материализм, будучи диалектическим. И вот тогда вы, так сказать, ну вот можете видеть воочию, что вот знание, если оно проходит, так сказать, в сознание массы людей, превращается в материальную силу и становится как бы материальной силой. Маркс так и писал. Идея, овладевая массами, становится материальной силой. Вот. И поэтому мы не можем... Вот этот исторический материализм так понимать, что, дескать, вот есть базис, он все определяет. Нет. А он определяет многое, большинство, о чем думает. Но о чем думает меньшинство, он не определяет. Меньшинство может быть передовое, а большинство отсталое. Как вот мы видели, вот скажем, большинство дворян было за крепостное право, а меньшинство дворян было уже за освобождение от крепостного права. И думать, что когда-то большинство рабочих будет сразу вот за коммунизм, ну это тоже наивность. Большинство рабочих, живущих в буржуазном обществе, выступает за буржуазный строй. И это, так сказать, мы не говорим хорошо или плохо, мы говорим, это естественно. То есть это как раз соответствует тому, о чем и говорит исторический материализм, что общественное бытие определяет общественное сознание. И в тезисах Маркса о Фейербахе говорится, что да, человек есть продукт обстоятельств воспитания, но и воспитатель должен быть воспитан. То есть надо эту самую природу и эту самую материальную основу воспитывать, то есть переделывать, и тем самым воспитывать и переделывать самого себя. То есть люди не рабы, так сказать, в жизни. Люди могут преобразовать свои условия своей жизни и самих себя. Поэтому вот тогда они свободны. И свободны они могут только в том обществе быть, которое свободно от эксплуатации. Вот, так сказать, коренные положения, к которым привела, в конце концов, гегелевская философия, поскольку она дальше развивалась уже Марксом, Энгельсом, другими марксистами. Те, кто отказались от марксизма, те сразу выбросили и Гегеля. А тогда они стали просто жалкими эпигонами. И я хочу сказать, что вот, ну, мне приходится с ними иногда дискутировать с такими людьми, которые до Гегеля не дошли. Это люди, которые, ну, так сказать, ни в каком споре, ни в какой науке ничего твердого не было. Они вот эти годы после перестройки, они переписывали, что написано на Западе, и эпигонствовали, и сейчас не защитили ни кандидатских, ни докторских, тогда как товарищи, которые, вот, как и я,
продолжали развивать, так сказать, марксизм, но с учетом его диалектической основы, мы имеем, конечно, и кандидатские, и докторские степени, и прочее. Ну и, скажем, если некоторые мои коллеги там имеют 20 работ, а я имею 320, ну, здесь и много книг. Так что вот, и я хочу сказать, что диалектика, если про Малоносов говорил про математику, а уже ее потому изучать надо, что она ум в порядок приводит, то для того, чтобы вообще в жизни победить и добиться многого, диалектика только в помощь. Поэтому наш ректор тогдашний, Александр Данилович Александров, и читал лекцию по диалектике в нашем актовом зале нашего университета. Спасибо вам за внимание. Очень было приятно с вами познакомиться. Мне особенно, потому что я сам с Матмеха, и, как говорится, мне приятно было, ну, сказать, с Альма-Матер встретиться в живом исполнении, не с домом. Дом я могу туда зайти. Спасибо.